Сонже благоустроили улицу Моздокскую. Там провели реконструкцию дорожного полотна. Около 900 метров нанесли дорожную разметку. В рамках нацпроекта отремонтировали водопровод и газопровод. Муслим Ганиев расскажет об этом подробнее. Ровная гладкая дорога, о которой жители города мечтали не один десяток лет. Сунже с каждым годом продолжает приобретать городские очертания. Строятся социальные объекты, парки, скверы, обновляется инфраструктура, в том числе и дорожная. Совсем недавно мы открывали мост через реку Сунже, а теперь ремонт завершен и на одной из значимых для города улиц. Около километра асфальта проложили в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда». Это не первый раз, когда наш проект реально упрощает жизнь граждан. Для одних это новые парки, скверы, спортивные площадки, а для жителей улиц Моздокская – новая дорога. В этом году завершили второй этап реконструкции этой улицы. В 2021 в рамках той же программы была отремонтирована и заасфальтирована восточная часть городской артерии. В 2022 же – западная. В общем, это около 2 километров. До этого обмежутся, а чек валишь, уже холодцари улицы вообще. Об этом знают все жители этого города. Так она свободна, машина, да, их гажда улица, мяч, 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 Магомед Богатырев на этой улице живет более 50 лет. Мужчина тогда и не думал, что город так быстро будет расти, а на Моздокской появится качественное покрытие. Каждый день счет хали, счет айхас, улица. 18 лет. Ну, это, конечно, никогда не было. Особенно от Калина и до самого конца. Помимо дороги на улице, в рамках нацпроекта также заменили водопровод. Порывов бывало так много, что вода по ливневым стокам лилась круглый год, вспоминают местные жители. Так что это первый год, когда улица сухая. Проведенные работы – это подарок не только для жителей этой улицы, но и всех горожан. Моздокская идет параллельно центральной улице Рабочей и должна значительно снизить на нее нагрузку. Улица Рабочая у нас очень загруженная улица. И наша была основная задача – разгрузить улицу Рабочую, благоустроив вот параллельно данную улицу Моздокскую. И помимо этого, замена ветхого водопровода, это нагнетающая труба, одна из центральных, она позволила в том числе улучшить и подачу воды в городе. И, соответственно, теперь отсутствуют порывы, которые здесь регулярно происходили на этой улице. Порывов больше не будет не только на водопроводной, но и на газовой сети. В этом году по линии «Газпрома» полностью заменили газопровод. Провели подземную трубу протяженностью 1700 метров. Теперь жители могут не переживать за свою безопасность. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.